Привет всем! Сегодня я хочу вам показать упражнение, как легко, в общем-то, и хорошо избавиться от забитого носа во время каких-то болезней, да? Ну, во время простуды. Также вы избавитесь от головной боли. Вы берете, соответственно, на какой стороне у вас заложен нос в перекрестном понятие, то есть если у вас с левой стороны нос заложен, вы берете, массируете правую руку, если у вас нос заложен с правой стороны, вы берете левую руку и массируете, вернее, массируете левую руку правым большим пальцем. Я просто покажу на левой стороне, да? Мы берем правый большой палец. Видите, вот тут есть выемки. Вот на этих выемках расположены точки носовых пластей и в то же самое время лобных пластей. Если мы надавливаем на эту точку и одновременно еще представляем, как у нас освобождаются полости носа, представьте, что вы просто берете, ну, швабру или метелку и выметаете все оттуда, одновременно вот надавливая на палец. Очень хорошо сделать это 7 раз, 7 таких круговых движений по часовой стрелке. Обычно, когда есть проблема, нос забит, то здесь есть затвердение, оно довольно-таки больнючее. Постарайтесь размассировать это затвердение. Вот, на всех пальцах. После того, как вы освободили, вы наполняете зеленой энергетикой, представив, что поток густой зеленой энергии идет сквозь лобные носовые пазухи, заполняет их и включает процесс исцеления. Всего хорошего! Пока!